Сначала инспекторы предложили детям рассказать, что они знают о правилах дорожного движения, как они переходят дорогу, используют ли их родители детские удерживающие устройства. После этого инспекторы рассказали, как правильно себя вести при переходе проезжей части в общественном транспорте и на остановках в ожидании автобуса, а также объяснили жесты регулировщика. Родителям, пришедшим с детьми, рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде, тем более сейчас, когда темнеет рано. Совместно со специалистами центра гости провели несколько конкурсов на знание сигналов светофора и дорожных знаков. Всем ребятам раздали полезные подарки, светоотражающие значки, расписание школьных занятий и линейку-закладку, на которой написаны все правила, которые должен знать пешеход.